Здравствуйте, я вас всех приветствую, поздравляю с наступившим Новым годом. И с вами сегодня Лилия Донскова. Я желаю вам, чтобы этот год был самым счастливым и прекрасным из всех предыдущих, чтобы он был наполнен чудесными событиями, красотой, любовью и исполнением желаний. И в этом видео я вам хочу рассказать, какие сюрпризы для нас приготовила компания Oriflame, потому что каталог номер один, он уже стартовал, и я даже сделала по нему заказ, и вот-вот на днях получу его. Что же я рекомендую выбрать из этого каталога? Конечно же, на первой странице нам представлены витамины мужские и женские по фантастической цене со скидкой 50%. И если вы выполнили условия акции, сделали в прошлом каталоге заказ на 500 рублей, и в этом на 500 рублей или на 1000 только в этом каталоге, тогда вы можете выписать себе витамины с классной скидкой. Я очень их рекомендую. Конечно же, я выписала себе новинку, новую туалетную водичку Люсия, как правильно прочитать, Bright Aura. Необычный аромат, очень нежный, женственный. Люсия всегда отличается тем, что ее ароматы запоминаются. Это уже третий аромат в копилочке Люсия. И тоже по очень приятной цене. Конечно же, я не смогла пройти мимо. Я выписала себе эту палетку серии The One, потому что она очень крутая, столько красивых оттенков помады. Вы можете примерять любой образ от самых светлых оттенков до глубоких винных. Потрясающая палетка. У меня была предыдущая в прошлом дизайне. Это мне нравится еще больше. Кстати, прошлую я использовала полностью, потому что действительно очень классные помады. И по такой шикарной цене. Как удержаться, да? Конечно же, я выписала себе праймер. Я уже посмотрела видео наших лидеров, кто уже протестировал праймер на своих губах. И, конечно же, я его хочу. Я хочу, чтобы губы, потому что губы – это акцент, на который обращают внимание все. Они играют огромную роль в общении. Я хочу, чтобы они были еще лучше и привлекательнее. И мне понравилось то, что праймер, как показывали девушки, делает губы более такими пухлыми, расправленными. И помада ложится еще лучше. Хотя помада Oriflame настолько качественная и так прекрасно лежит на губах, что мне уже не терпится попробовать, как же это еще лучше. Но здесь есть условия, нужно выбрать еще одну помаду. Я себе взяла помаду чай роза, по-моему, она называется. Вот этот оттенок 70 на конце. Будем пробовать. Прекрасное предложение. Тушь и для бровей карандаш. Но если честно, если выбирать для бровей средства, то я, конечно же, выбираю нашу палетку специальную для коррекции бровей или карандаш из серии Giordani Gold. Очень потрясающие продукты, но этот я не оценила, может быть, по достоинству, не разобралась до конца. Еще я планировала выписать себе палетку корректирующих средств, но я не помню, выписала я ее или нет, но я ее давно хочу. И, скорее всего, я ее выписала. Скоро будет обзор заказа, и я про нее расскажу. И в этом каталоге я рекомендую вам обратить внимание на CC-крем. Вот этот маленький беленький тюбик с объемом 30 мл, как обычная тональная основа, но он очень маленьким выглядит за счет такой необычной формы тюбика. Всего за 259 рублей. Этот CC-крем поможет вам выровнять тон лица и убрать пигментацию. Помимо всего прочего, что он еще прекрасно ухаживает, выравнивает, делает прекрасно красивый такой оттенок кожи. Обратите на него внимание, потому что это очень важно. Наша кожа, это как полотно, должна выглядеть прекрасно. А здесь у нас представлены кисточки. У меня они все есть. Я выписала для дочки, чтобы она не слышала, подарок. Вот такую кисть для бровей со скошенной щетинкой. Очень удобная кисточка, поэтому рекомендую ее брать. Выписала себе еще вот такой карандаш попробовать, черный. Нас часто спрашивают карандаши и просят дать что-то подешевле, а я не знаю качества. А я всегда могу рекомендовать только то, что я сама попробовала. Поэтому я выписала, попробую, вам расскажу, понравилось или нет. Помады я не выписывала, это тоже нет. Обратите внимание, лаки по 99 рублей, кстати, очень хорошие лаки.
Парфюмы надо пробовать. Это очень важно, подобрать аромат, который будет к душе, да? По запаху мы выбираем себе партнеров. Так, много-много скидок. Это вы сами все посмотрите. Я жду, кстати, выписала себе пробник нового парфюма Pose The Secret. Думаю, что это будет что-то потрясающее. Позас — это один из моих любимых ароматов, а это будет новинка. Мне кажется, он будет чуть легче по составу. Я и пока не знаю, но очень-очень хочу попробовать. Также и мужской тоже выписала. Так, здесь у нас продолжает серии для тела. Щеточки, пилочки. Рекомендую вам взять щетки. Сейчас скажу, какие, для того, чтобы были всегда крутые пяточки. Ну, это по желанию электрическая. Всегда должна быть шлифовальная пилочка для ног. Щетка для тела просто великолепная. Щетка, она достает везде, в спинку, все можно протереть, оттереть. И моя любимая щеточка для ногтей. Мне она безумно нравится. У меня есть моя, которой я пользуюсь, и новенькая, которая лежит на всякий случай. Вдруг ее снимут с производства, а моя первая выйдет из строя. Поэтому щетка великолепная просто. Так, далее. Я себе выписала сыворотку для секущихся кончиков волос. У меня волосы не секутся уже давно, но мне так нравится эффект, как она разглаживает волосы и делает их такими классными, потому что кончики все равно, они немножко уже как бы, ну, не совсем живые, такие как вот волосы сверху. Поэтому я всегда сывороткой их разглаживаю, они становятся еще лучше. Мне нравится, ее хватает очень надолго, потому что нужно всего две капельки для того, чтобы сделать такую вот классную гриву волос. Здесь все миленько у нас, все такое великолепное. Серия Novage — это отдельная тема, прям запишу видео по Novage. Так, выписала три средства, три в одном, мягко очищающий витаминный уход для своей клиентки. Она обожает это средство. У меня даже мысль возникла, может быть, мне тоже попробовать, что это такое. Она говорит, оно великолепное для лица, просто чудо. Обязательно масло чайного дерева выписывайте. У меня еще есть в запасниках, я в этот раз не брала. Но, ребят, как без него жить? Как жить без масла чайного дерева? Мы с ним делаем абсолютно все. Если насморк начинается, мы капаем в нос. Если горло начинает першить, мы полощем горло. Для всего: прыщики, порезы, ранки какие-то, укусы, что-то там, ушибы, синяки, все я делаю только с этим маслом. Также можно добавлять в крем, если какая-то сыпь на лице, в шампунь, капельку. Две капнули, вот когда моете голову, и от перхоти прекрасно помогает. То есть это лечебное, ранозаживляющее, противомикробное, противовоспалительное средство, очень крутое. Оно мне заменяет практически всю аптечку. Так, что еще я вам хочу рассказать? Сейчас посмотрим. Много-много средств, но я буду рассказывать те, которые меня привлекли, особенно, конечно же, румяна в шариках. Такая прекрасная скидка, 60%. И их часто спрашивают. У меня-то есть румяна, их часто спрашивают, поэтому я думаю, нужно взять для того, чтобы мои клиенты потом не брали их за дорого, а взяли по хорошей цене. Бижутерию в этот раз я не брала, я взяла себе этот комплект, браслет и сумку. Знаете, запала я на них сразу, но мое внутреннее эго говорит: хватит, прекрати себе столько сумок покупать, это уже просто невозможно, их некуда складывать. Я держалась, держалась, но в этот раз у меня был срыв, и я решила себе сделать еще один подарок на Рождество и выписала этот комплект. И честно, я очень рада, не жалею ни о чем, потому что он очень классный. У нас будет в заказе коктейль, витамины и много всего, и 6 масел, вот именно таких спреем, потому что есть масла, которые такие масло-масляные, а спрей, он полегче, и мне он подошел больше, хотя масло я тоже люблю, и сейчас как раз заканчивается один флакончик. 6 флакончиков, всего по 319 рублей, думаю, может быть, еще взять про запас. Взяла 2 кондиционера с кокосом и с пшеницей, настолько они мне нравятся, а тут выгодно именно брать 2, потому что
по 139 рублей. Я считаю, вообще просто копейки за такой кондиционер. Он делает волосы такие шикарные, напитывает их, гладенькие становятся, прелесть. Шикарные скидки на зубные пасты. Я взяла всех по две. Я люблю, чтобы пасты были в запасе. Мыло у нас пока есть. И, конечно же, я взяла один комплект полотенца в цвет розовый. Меня очаровал. И интимный гель, то есть гель для интимной гигиены, если говорить правильно, всего по 119 рублей. Взяла себе с орхидеей 4 штуки, положу в запас. Новый аромат орхидеи я просто обожаю как цветок. Он доставляет мне эстетическое удовольствие смотреть на него. И я думаю, что в интиме он мне тоже понравится. Я вам желаю супер классных, вкусных покупочек. Балуйте себя, любите себя, будьте еще красивее с каждым днем. И до встречи в следующих видео. Если понравилось, ставьте лайк. Если есть вопросы, пишите в комментариях, обязательно пообщаемся. До встречи, пока-пока.